Приветствую всех на моем канале, и у нас с вами всеми любимая рубрика «Распаковка». В этой распаковке у нас с вами будет два заказа, потому что из первого заказа очень быстро разобрали все позиции, и я решила уже не снимать такое короткое видео, поэтому в этот раз соединим две распаковки в одну. И в этой распаковке будет очень много, ну, я считаю, много интересных позиций. Есть позиции, которые я еще не приобретала ранее. Будут позиции, которые я верну, к сожалению, и такое будет. Но я хочу вам все показать. И если вам что-то понравится, под всеми моими видео обязательно есть ссылка на интернет-магазин. При регистрации, пройдя по этой ссылке, вы получаете подарок за первый заказ. Так как подарок все время меняется, ну не все время, а от каталога к каталогу, вы всегда сможете увидеть актуальный подарок, пройдя по ссылке под моими видео. И теперь приступим. Ну, самое большое у нас это коктейльчики. Как обычно, приобрела их по VIP-скидке. VIP-скидка это скидка 70% на одну позицию в каталог. Вот у меня из двух заказов получается по коктейльчику. Ваниль я не пробовала, а малина мой самый любимый коктейль. И с VIP-скидкой он выходит мне 780 рублей. Вы представляете, какова базовая цена, да? Так, сразу покажу из одежды. Приобрела два набора мужских коротких носочков. Стоили они что-то в районе 260 рублей. И мужские, и женские. Вот расцветочки. Сейчас снимем с вами один носок. Они, кстати, идут по размерам, в зависимости. У кого-то ведь ноги побольше, у кого-то поменьше. И частая проблема у обладателей большой ноги в том, что вот такие короткие носки очень легко соскальзывают с пятки из-за того, что они сильно натянуты. Ну, давайте посмотрим состав быстренько. 70% хлопок, 28% полиэстер и 2% эластан. То есть это у нас не 100% хлопок. В данном случае размер 43-44. Ну, у супруга размер 45, но такого не было. Хорошо тянущиеся носки. Вижу зону, вот эту специальную, как вы ее видите, ребристая. Вот когда вот на носочках такая ребристая зона, они очень хорошо сидят по ноге. В общем, взяла 6 пар супругу и 6 пар для себя. Такие, ну, тут стандартные темные расцветки. Давайте светлые откроем. Посмотрим. Вот я думаю, состав идентичный. Хлопок, эластан. А вот что пойдет на возврат. Потому что я, как всегда, о себе плохого мнения. Я на сайте воспользовалась услугой подобрать размер. И сайт предложил мне брать 46-48 размер платья. А я подумала, что маловато. И взяла 50-й, по-моему, я забабахала. Да, 50-й. Сейчас вам покажу артикул. Присмотритесь. Мало того, что я ошиблась с размером платья 100% полиэстер, это оказался не мой фасон. Фасон данного платья, ну тут я вот не смогу, к сожалению, показать. Вот покажу, что вот оно с рукавами длинными, да. У него вот эта талия прорезиненная, она находится очень низко. Это либо для женщин с большой грудью, чтобы платье натянулось на эту грудь, либо для женщин с удлиненным туловищем. И вообще, мне кажется, ну вот честно говоря, вот такой ворот у него. Мне кажется, это все-таки для тех женщин, ну, у нас есть, все знаем, да, тип груша, яблоко, песочные часы, треугольник перевернутый. Вот видите, тут как сделано воланом по низу. Вот. Мне кажется, это для тех женщин, у которых есть грудь, ну, все понимают, да, в каком типаже я говорю, достаточно такие широкие плечи, есть грудь, но при этом узкие бедра. Вот тем женщинам, которым хочется сделать вид, что у них есть бедра, очень подойдет этот фасон. А для таких, как я, у которых они есть,
Этот фасон идет только больше, поэтому он не подходит. Подруга заказала, получается, водолазку. Ну, ошиблись цветом, так что будем менять. Бежевый зашел. Меланж он, по-моему, называется. Да, бежевый меланж. Водолазка была, потом была водолазка с рукавом 3/4 и водолазка с коротким рукавом. Вот с коротким рукавом и 3/4 то, что надо. А вот тут с цветом прогадали, будем перезаказывать. И сразу же после того, как забрали с пункта выдачи, у меня были изъяты кроссовки, осталась только упаковка. Вот такие вот кроссовки приобрела моя мама. Вот. Но могу сказать, что я долго сомневалась, не хотела их заказывать, потому что мне не нравится вот эта современная огромная пятка. Но на ноге они смотрятся очень хорошо. Уже они в носке. Вот. Так что приобретено не зря. Все-таки решилась попробовать травяной чай. Взяла гастро, потому что проблемы бывают. Состав очень натуральный. Давайте быстренько прочитаем. Лист земляники, трава мяты, трава мать и мачехи, трава репешка, трава спорыша, цветы ромашки, трава тысячелистника, кора дуба. Вот, но еще не пробовала. Не заваривала. На акции брала, по-моему, по 56 рублей всего лишь 2 зубных пасты. Вот это уже пользуюсь. Вот эта зубная паста, это просто классика. Белая, хорошо пенящаяся, мятная зубная паста. Так. Зубную щеточку приобрела для своего племянника, который страдает, что у бабули есть щетки для его сестренок, а для него щетки нет. Вот теперь будет щеточка и для него стоять. Так, приобрела. В большей степени, конечно, для своей мамы. Она у меня диабетик. Но и сама попробовала новый шоколад. Их должно быть вообще 5 видов, но для приобретения на сайте были доступны только 2 вида. Темный шоколад с вишней и кешью и молочный шоколад с манго. Что могу сказать? Я уже попробовала тот, который с манго, молочный, потому что я больше люблю молочный шоколад. Ну, первое. Шоколад без сахара. Вот мы видим вот такую вот плиточку. Я уже полосочку отломила. Вот кусочки манго. Я, конечно, не эксперт, я не шоколадье, но все равно, конечно, для диабетиков, для людей, которые сидят на диете, да, которые сидят за своим здоровьем, это прекрасный аналог, достаточно вкусно, сладенько и даже как-то непривычно на вкус. Но вот я не знаю, чем объяснить, что-то вот все-таки все вот эти продукты, ЗОЖ полезный, да, для здоровья, их все равно что-то выдает от оригинальных продуктов, которым они подражают, да, которые как бы не полезны, их надо заменить. Для диабетиков, для людей, которые следят за сахаром, это прекрасная альтернатива. Я страдаю обратным диагнозом. У меня гипогликемия, у меня недостаток сахара в крови. Видимо, у меня гипервыработка инсулина, не знаю чего, поэтому я не страдаю от этого. Вот. Единственное, почему бы я стала употреблять, это потому что всего 15 килокалорий в кусочке. Вот. Но как замена альтернатива сладкого, полезная альтернатива сладкого, и особенно как спасение для диабетиков, самое то. Так, что здесь? А, дизерабль наконец поймала на акции. У меня еще была валькирия в заказе, но ее уже забрали. А вот дизерабль еще у меня. Валькирия, мне очень понравился аромат. Я его долго не хотела даже брать пробник. Но вы знаете, вот сейчас в моем состоянии, когда меня от всего тошнит, валькирия мне понравилась. Очень такой свежий аромат. Так, а это у нас новиночка. Айсю. Те, кто смотрит меня давно, знают, что я без корейской косметики не могу. И беру все корейское. Это гель алоэ. Такая вот баночка. Открывать сейчас не буду, чтобы не начинался срок годности. Я временно сейчас не могу пользоваться из-за аромата многими косметическими средствами. Вот. Но взяла на будущее. Санитайзер, кстати, давно не брала. Вы знаете, мне вот такие санитайзеры нравятся больше. Гелевые с таким цитрусовым ароматом.
Я брала спрей, но сейчас в оримберинности вообще этот запах мне настолько отвратительный, я решила все-таки вернуться гелевым. У меня их тут много. Ну и цена, конечно, привлекает. 73 или 74 рубля по сравнению с тем, что продается в магазине. Это очень хорошая цена. Так, ну и, конечно, подарок очередной по стартовой программе. За 99 рублей получила вот такую вот прекрасную четверку. Здесь у нас тональный крем вместе с сывороткой. Не буду открывать, потому что не буду использовать. Здесь помада в таком золотом футляре. Я выбрала нюдовый цвет. Я уже знаю, кому подарю. Здесь тушь тоже в золотом футляре с фибровой кисточкой. И лак для ногтей тоже такой нюдовый оттенок. В общем, вот это все я приобрела всего за 99 рублей. Это к вопросу о том, что Faberlic постоянно дарит какие-то подарки. У вас есть баллы, которые вы меняете на подарки. Есть стартовая программа, которую я все-таки советую всем проходить. То есть, вот вы, если вы пройдете по ссылке под моим видео, вы делаете первый заказ на определенную сумму, он будет указан в условиях при переходе по ссылочке. Со следующим заказом вы получаете первый подарок за заказ. И потом вы можете пройти программу из 8 шагов и каждый раз получать подарки. Заказывала 2 шампуня Ботаника, один уже стоит в использовании. Здесь у нас 400 мл. Вот. Стоил он в районе 103 или 106 рублей. Для меня это спасение, потому что сейчас я очень сильно реагирую на косметические запахи, а Ботаника пахнет травками и не вызывает абсолютно никакого раздражения, никакого чувства тошноты. Поэтому для меня это спасение. Зубные щетки силиконовые, которые мой запас просто уже истратили. Тут была еще одна. Я уже в пользование забрала, я не выдержала. А, вот еще один подарок по стартовой программе. Это предыдущий, вот он был перед косметикой. Это ABC пилинг. Вот. У нас здесь 3 шага. Химический пилинг с АХА-кислотами, микродермоабразия, энзимный микропилинг и сос-терапия и восстановление. Это вот наборчик для очистки нашей кожи. Кто не знает, для чего вообще такие процедуры нужны, если вы хотите, чтобы крема и любые процедуры, которые вы проводите со своим лицом, действовали, на самом деле вам нужно очистить кожу. Потому что если ваша кожа, она загрязнена, есть очень много неотшелушенных, ороговевших частиц, то сколько бы вы крема ни намазали, все это бесполезно. Всегда мы помним шаги для правильного ухода за кожей. Первый шаг – очистка. Второй шаг – уход. Ну, третий шаг уже для кого как, но будет косметика. Уже забрали, это кондиционер. Я думала, что его выводят, нет, его поменяли. Название Faberlic.com стало. Две подруги заказывают постоянно только его. С нейтральным ароматом, прекрасно смягчает белье. А самое главное, хватает очень надолго. Здесь вот этот мерный колпачок, его и то много. На самом деле половинки достаточно. И таким образом очень экономно расходуется. Порошок тоже, все мои запасы выгребли. Я сейчас пользуюсь Home Gnome Greenly, а у мамы закончился порошок, и вот ей приобрела. Кто не знает, порошки экологичные, безфосфатные, не вызывают аллергии абсолютно никакой. Имеют нейтральный аромат, на белье вообще не остаются. Ну и ложечки к ним, да-да, для одной стирки, да, для полной закладки белья хватает вот такой вот ложечки. Прекрасно выполаскивается. Пенообразование в барабане незначительное. Для тех, кто страдает тем, что не верит, что белье стирается, если нет пены, поверьте мне, современные порошки не должны вызывать обильное пенообразование. Помимо того, что это пенообразование означает, что вам придется очень долго выполаскивать средства из белья, оно также означает, что вы рискуете испортить свою машину, потому что если пена поднимется и попадет там на микросхемы какие-нибудь, то просто закоротит и испортит вашу машинку. Современные средства для стирки должны вызывать минимальное пенообразование.
И порошки Faberlic прекрасно стирают все с одной ложечки, без всякой пены. Да, некоторым психологически тяжело. Мне тоже было сложно перестроиться на то, чтобы поменьше порошка использовать. Сейчас я точно знаю, если не полная стирка, пол ложечки, машинка битком, значит целая ложечка. Ну вот, в принципе, и все. Вот мой заказ. А, да, у меня забрали наш знаменитый гель для духовок и плит. У меня в прошлом заказе, когда он был по акции, было 9 бутылок этого геля. Между каталогами, между действиями каталогов, у меня не осталось ни одного. У меня в этих заказах тоже был гель для духовок и плит. И вот тут же забрали. И сейчас в новом каталоге, который действует сейчас, я буду заказывать, мне кажется, 10 или 12 бутылок. Это средство, которое просто улетает. Его невозможно запастись впрок. На моем канале есть видео, обязательно посмотрите. Это средство может все. Вот просто все. Так что пробуйте. Ну а мы с вами увидимся в следующих видео. И я надеюсь, что скоро я вернусь в свой прежний темп. Но пока я в стадии, как написано в интернете, гнездования. Я готовлюсь к появлению следующего члена нашей семьи. Поэтому спасибо за ваше внимание, что вы переживаете, куда я пропала. Ну вот сейчас такие времена. Если вам понравилось мое видео, не забывайте подписываться на канал. Если вам понравилась продукция, которую я показываю, и вы хотите приобретать ее со скидкой и получать постоянно подарки, проходите по ссылке под этим видео. Ну а я буду вашим личным помощником и гидом в интересном, кому-то сложном, но это временно. Надо разобраться в пути в компании Faberlic. Всем пока!